Таким чином, обласний батьківський сход починається упершиню. Представники відділів едукації і районних батьківських комітетів навідують меморіал у Червоним березі, так званою дитячою хатинь. Гэта єдиний у світі комплекс, присвячений дітям, ахвярам Другої сусветної війни. Напевно, у гэтым ёсць некий парадокс. Меморіал ведають представники практично усіх континентів, а ось большість удельников обласного батьковского сходу тут упершиню. Подчас непосредственно посяджэння об гэтым узгадають еще раз. Мы не завсёды эффективно выкарыстоўваем той выхаваўчий потенциал, який ёсць на Гомельщині. Еще одна тема для абмеркавання – організація больш тесного узаємодзеяння сям'ї і школи, особливо у питаннях адказнасці батьков за выхаванне дзяцей. Причым у обласным управлении адукацыі перакананы, тут необходны комплексный подыход. Формы надо другие избирать. Чаще всего у нас какая форма? Запугивание, угрозы. И я не согласен с тем, что достучаться до родителей невозможно. Есть много примеров, когда достучаться до родителей можно. У рамках обласного батьковского сходу провели анонимное анкетирование, по выниках якого высветлилося. 20% батьков перакананы, что за правопорушение их детей отказность повинна нести громадство. Кожный десятый обвиновашивая школу. Мечты миновито родный дом, який повинен оборонять дитя, часто становится для его самым травмонебеспечным местом. Только у минулом годе у лячебной установы Гомельской области звернулися больше, як 14 тысяч школьников, якие дома отрутились таблетками, отримали опеки и иншие травмы. И такая лишьба. Летость на Гомельщине загинули 30 неполнолетних. Это целый класс. Особная размова о проблемных семьях, где часто няма навод элементарных умов для нормального развития. Определенные к нам условия. Там, допустим, если выпивают, то закодироваться. Не работают, устроиться на работу. Общаться с психологами, со всеми, которые приходят нам уведомления, там повестки и ремонт в доме. У апошні гады на Гомельщині створена добрая інфраструктура, якая дозволяє знайсти школьникам заняток на любы густ. Причым тычыцца гэта як городов, так і сельской мясцовасці. Нельга сказаць, што гэта панацея ад усіх праблем, але 140 удзельнікаў обласного батьковского сходу перакананы. Необходно выкарыстоўваць усе магчымасці. Урэшті своим дзецям нешчаслівага лёсу ніхто не жадае. Олег Сінцюроў, Дмитрий Котаў, Яўген Макеенка, телерадыёкампанія Гомель, Рагачоўскі район.